Славянск, микрорайон Молодежный. Мы находимся на улице Батюка, как раз в районе будущей новой остановки, которая так и называется, Молодежная. Сейчас здесь идет обустройство клумбы, такой вот небольшой аллеи, где со временем появятся цветы, будут установлены скамейки, где можно будет отдохнуть. Но о нескольких нюансах мы на этом месте хотели бы рассказать подробнее. К сожалению, в Славянске сегодня практически нет большого строительства. Не строятся заводы, дома, новое жилье. Поэтому даже обустройство вот такой простенькой небольшой аллеи для Славянска, наверное, событие. Но здесь есть нюансы, о которых мы и хотим рассказать. Вы видите, перед нами панельный дом, так называемая хрущевка. Перед ним росли большие тополя. Сейчас некоторые из них срублены. И остался голый дом. Вот в таком неприглядном виде. Во-первых, исчезла тень. И вы можете представить, какая жара в квартирах, которые практически целый день находятся на солнце, на солнечной стороне. Для сравнения можете посмотреть дом, который еще остался среди зеленых деревьев, и почувствуете разницу. Все дело в том, что вместо этих тополей будут высажены маленькие молодые деревца, но они не выполнят функцию, которую в свое время выполняли тополя. То есть закрывали вот эти дома от жаркого палящего солнца. Мне кажется, что в этом есть какая-то ошибка. Когда у нас в городе работал Зеленстрой, то это все учитывалось. Я думаю, что тополям нужна равноценная замена. То есть вместо них, вместо старых деревьев, больших, будут высажены абсолютно другие деревья. И еще одна странность новой аллеи. Здесь вы видите, уже сделана площадка для стоянки автомобилей, а посередине вот этот огромный бетонный столб. Мне кажется, здесь какой-то просчет архитектурный в этом проекте. Вот такие новости со строительных площадок нашего города. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы расскажем вам много интересного о других событиях Славянска.